Расскажи мне о нашем будущем. Опять? Мы возьмем штурмом этот мир. Ты станешь невероятно крутым издателем. А ты знаменитый на весь мир танцовщицей. Ты когда-нибудь играла в «Как бы Мочилова»? Да как-то нет. О, это супер круто! Вот же, блин! Ой, сори. Хватит, мать твою! Ты типа должна отвечать! Я сказала, хватит! Ну, ладно, прости. Я попросил тебя переехать ко мне, ты отказалась. Но я не могу. Можешь, просто не хочешь. И чем ты занимаешься? Это типа сложно объяснить. Потому что сложными вещами занимаешься. А, потому что ничем этим не занимаюсь. София, айда со мной. Куда? В ванную. Правда? Мы еще делаем это? Иногда лучше сделать то, что надо, когда тебе надо это сделать.